Последние дни августа, как правило, всегда связаны с волнительным ожиданием чего-то нового, удивительного. И прежде всего, это ожидание нового учебного года, празднование Дня города, которое проходит как раз в эти первые осенние дни. И, конечно же, открытие новых театральных сезонов. Ведь уже в сентябре Оренбургский театр готовится распахнуть свои двери для горожан. В Театре музыкальной комедии нам рассказали о новинках предстоящего сезона. Зритель оренбургский привык, что от нашего театра уже постоянно нужно ждать чего-то нового. И вот сейчас мы уже приступаем с сентября месяца к постановке мюзикла «Дубровский». Это совершенно опять будет другой спектакль, где у Брэдберга смешение музык всех стилей музыки, от рока до попсы, понимаете? Мы порадуем всех и удивим опять всех, я очень надеюсь. Конечно, Дубровский не единственная премьера сезона. Прямо сейчас проходит последние репетиции нового детского мюзикла «Кот в сапогах». Над спектаклем работает постановочная группа из Нижнего Новгорода. Это очень яркий, красочный, динамичный спектакль. Его ставит совершенно молодая постановочная группа, ребята, которые с восторгом наши все артисты работают. Там потрясающие костюмы, потрясающие декорации, очень неожиданный сюжет, не совсем привычный для того, что мы читали в детстве. Работать – это не первый театр, в котором я работаю. Я получаю просто колоссальнейшее удовольствие от работы с труппой. Настолько отзывчивые ребята, они творческие, они помогают, они предлагают. Будут очень красивые костюмы. Костюмы у нас сделаны в стиле 17 века. Шляпами красивыми, камзолами, расшитыми там камнями, например. Эффектные, я надеюсь, будут декорации тоже. Ребятишкам понравится. Музыка – это прежде всего не только музыка, но прежде всего и танцы. И как раз труппа очень подготовленная, очень профессиональная. С ними очень приятно работать. Вот здесь хореография, она своеобразная. То есть каждый танцевальный номер – это отдельный этюд, это отдельное действие, это, можно сказать, отдельный маленький спектакль, что, в принципе, будет как раз интересно для маленького зрителя, поскольку там очень много юмора в движении, юмора в пластике. Поэтому, смотря уже 26-й прогон, ему интересно смотреть. Себе? Я, правда, не знаю, с чего начать. Для детей работать, конечно, всегда сложнее, потому что нужно быть максимально искренним. Дети все это чувствуют. Это, конечно, сложно, но вместе с тем очень приятно, потому что это же дети. Всегда приятно смотреть, как они искренне реагируют, как искренне верят, так же искренне и реагируют. И вот в этом как бы заключается и вся сложность, и вся прелесть вот этого процесса. На руку сердца моей дочери прошли испытания. В моем послужном списке это третья постановка «Кота в сапогах». Первая «Кот в сапогах» я играл самого кота. Это был в глубокой молодости. Вторая постановка я играл людоеда. И третья – это мой звездный час. Наконец меня короновали, я буду играть короля. Играть для детей – это всегда праздник. Особенно перед началом учебного сезона. Мы хотим дать настроение детям на весь учебный год. Приходите! Веселую музыкальную интерпретацию известной сказки маленькие оренбуржцы смогут увидеть уже 1 и 2 сентября. Катерина Мискирева, городской телеканал ЮТВ.